И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, это у нас круизный лайнер. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Сначала мы думали, что это эрорки, но оказывается, это такая покраска, потому что здесь да. Розовое, а здесь такое, как синим оттенком. Не может же эрорки быть двух типов. Хотя, Димон, как ты думаешь? Эрорки двух типов. Обновление Гаррис Мода. Эрорки теперь двух типов. Сильные и не очень. Надо разработчиком быть. Розовые и фиолетовые. Да-да-да. Теперь вы можете отличать, какая у вас сложность эрорки. И вы поймете, почему же у вас лагает Гаррис Мод. Если фиолетовые, то это, ну, более-менее нормально. Влияет на процессор. Если больше розовые, то это на оперативку. Да. Так, давай посмотрим, что здесь. Корабль большой, реально? О, ого, нет. Корабль. Ладно, идем вовнутрь. Красный ковер. Ты понимаешь, что это для элиты? Да. Это ж элита, знаешь? Да, ого, нет. Здесь вообще из плитки выложено все. Ты где? Смотри, как здесь сделано. Плиточные. Люди здесь вот богатые живут. Камеры. О, здесь стекла классно разбиваются. Чем им запариваться? Так, какой вам номер? Мне красивый. Туалет и где спать? Больше вас ничего, да, не интересует в номере? Нет, не надо. Хорошо, все, идемте, я вам покажу ваш номер. Дорогой номер-то? Ну, нормальный. Нормальный, да. Номер один, смотрите. Кровать и где срать. Получается, смотри, кровать. И все, и больше ничего лишнего. Нет. Так вы, короче, уберите да, вот эту лишнюю кровать, тут вообще не. Так обрати внимание, здесь даже окон нету. Все как вот. Ты заказывал. Да, мне очень нравится. Здесь как ресторан, да, получается, такой борец. Здесь пианино играет. Во, где-то. Смотри, класс. Людей пианино. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. О, смотри, Димончик, а здесь какой-то склад. Я фонарик включу. Коробки, а что они тут перевозят? Я так и не понимаю. Опа, стоп. Слышал, там кто-то вентиляцию поломал. Да. Там вот. Вот, Димон, иди сюда. О, там что, банк? Тут заколочено, смотри, досками. Ага. Люди что, прятались от кого-то? Возможно. Давай посмотрим. Да, давай. Заходим. Прикольно. Смотри, там проход наверх есть. Смотри, походу, кто-то стену проломил и убил кого-то. Во, я залез. О, подожди, так это выход наружу, на улицу. Да. Значит, он убежал, что ли? Опа-на, слышал? Я слышал, какие-то шаги, вот они сзади! Домой Чика бежит, смотри, Димон. Она за тобой? Да! Как она здесь умная. Она здесь. Не застает нигде, ничего себе. А-а-а, бегите. Меня сожрали. Димончик нападает на нас. Ага. Их теперь двое на корабле, а я один. Ай-яй-яй. Это нечестно, да? Не знаю, что честно, а что нет. Но это напрягает меня. Опять меня. Фредди! Их двое за мной бегает! Димончик, это жестко. Так, 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 спускаемся. Иди вперед, иди. Их там нету, я чекаю, все четко. Хорошо. Иди, иди, иди. Опа, дверь закрыл. А, да, ты закрыл. Я закрываю, что вдруг они выбегут из номеров. Ну, гранату еще кину. Нет. Они, походу, где-то... Никого нет. Где-то они сидят. Да-да-да, они нас поджидают где-то. Скорее всего. Так, я пошел. Честно, боюсь. Но я успел бежать. Они не такие быстрые. Они вообще медленные какие. Че, их нету? Я слушаю. Они, походу, где-то сидят. Может, они кофе пьют? Ты слышал? Они здесь были. Чика! Чика! Вот здесь. Она, вот она. Так, а где ты? Я опять сам. Вот! Вот она. Давай, 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 валим, давай, валим, валим. Стреляю по ней. Уходим.
На кого она агрится? На тебя. Я буду со спины бежать и стрелять. А, она меня сейчас это убьет. Не убьет, Димон. Убегай, убегай. Она стоит. Видишь, Фредди сзади. Вот он. Какой быстрый. И не садится батарея у него? Ого, мангл вылез. Есть. Нету больше Фредди. Вот такие зубы большие. Смотри, приползли. Я сейчас буду в воду прыгать. Они ж в воду не могут, да, лезть? Не знаю. Не могут. Могут. Она взорвалась. О, офигеть. Они боятся воды, ребята. Это настоящие аниматроники. С прикосновением воды они взрываются. Опа, исчез. Волонбой. Опа-на. О, мне повезло. Сбежать. Она отстала, Димон. Ее нету. А где она? Не знаю, ее нету, я смотрю. Вот она! Где она? Я вижу, как она залетела за борт. Подожди, она может держится там? Подожди, я могу сесть? Сзади! Надо... А-а-а! Вот это она меня обманула. Вот она. Оп. Она может под водой плавать. Опа, волонбой бежит. Так. Оба-на. Давай его убьем. Давай. Шарик стреляй. Шарик самое больное место у него. Есть. Фу. Ты его разложил. Так, как бы нам убить марионетку? Очень хитрую эту жепень железную. Офигеть. А! Она прибежала. Я не ожидал, что она так быстро придет. Так, надо бежать лучше отсюда, подальше. Надо гонять ее вокруг корабля и стрелять. Вот она. Вон она. Вот она, вот она. А! Да ну как так быстро? Она за мной бежит. Димончик, держись. И Димончика убила. Нет. Как мы ее убьем? Мы ее не можем убить. Она быстрая, воды не боится. Вот она. Вот смотрите, как она это все знает, блин, а? Ой, я тебя встретил. Бежим, бежим, бежим. Блин! Ой, я на складе появился, где аниматроники были. Здесь я запрячусь. А! Как так резко? Димон, это одна марионетка, смотри, что творит. Опять она меня нашла. Это какой-то хоррор получается. А! Опа-на, я ее видел. Вот. Я нашел место, куда она не доберется. Я прыгну с корабля, если она меня будет убивать. Не подходи, я прыгну с корабля! Не подходи! А-а-а, блин, я думал, она со мной прыгнет. Я хотел ее заманить. Не хочет прыгать? Димон, она двери не может открывать. Я ее воспользуюсь этим. Дверь, не открывайся! А-а-а, ну как она открыла ее? Так, ты ее видишь? Нет. Я тоже. О, нет! Вот она! Беги! Мы должны выжить. Я должен выжить. Ай-яй-яй-яй-яй. Видишь ее? Где она? Вижу. Вот, я поймал тот момент, когда она стоит. Она меня не видит. Видит. Фига себе, не видит. Не видит, не видит. Видит! СРПГ. Таких демон-марионеток мы уже не видели 100 лет. О нет, вот это самое печальное, Дима, смотри. О, пришел. Он по ТСК там кинул. Офигеть. Че он медленный такой? Не знаю. Но он такой целеустремленный. Он наелся людьми. Фиолетовый человек. О, о. Под водой ходит. Он я сам... вижу, я вижу его. Красиво это смотрится. На тебе. Он тебя зарезал? Вот это он дойдет. Он за тобой пошел. А где я? Я буду его убивать. Он идет, 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 Димончик. Не бей меня. Убьем. У него жизни меньше, чем у аниматроников, намного. Блин, отбегаем. Я когда стреляю по нему, у него ход затормаживает. Есть. Он в воду упал. Все, плавает. Конец.
Но он тоже классный такой чувак. Отлично. Есть. А что, он застрял, что ли? Нет, он не застрял. Их там две, ничего себе. А-а-а, не ешь ты меня. Раздвоились. Ну не выходи, есть. Фу, там еще одна? Проверяем, всех мы убили или нет. Потому что что-то мы еще тут слышали. Посторонний какой-то звук. Знаете, как будто кто-то стучит металлом. Мы уже испугались, что Фредди, но мы вроде убили их. Так, Димончик, давай. Опа, вот кто это был. А! Опа-на. Бегу к тебе. Он сзади меня. Ребята, как я почувствовал? Еще бы чуть-чуть, я бы опять умер. Спасибо. По голове, по голове, по голове. Отойди. Отойди. На, есть. Отлично. Да, контролечка. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вставайте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.